Павел Ильич, как готовится команда перед игрой с Каспием? Ну, команда готовится в обычном режиме. Стартовали второй круг с двух побед. Это приятно. Хотелось бы в домашней игре с Каспием, нашим непосредственным конкурентом за выход, удачно сыграть в домашней игре. Мы на это надеемся, готовимся и ждем только победы. Приглашаем всех болельщиков поддержать команду. Есть ли травмированные футболисты в команде? Ну, есть несколько игроков. Кто-то уже вошел в строй. Пока под вопросом у нас Дудкин, Тос, молодой игрок. Поэтому, я думаю, до игры, конечно, есть время, но мы надеемся, что все игроки будут в строю, живы, здоровы. Чего ожидать болельщикам в оставшихся играх Алтая? Ну, болельщикам ожидать только побед. Мы для этого и выходим играть на это футбольное поле, только ради болельщиков, для них, чтобы было забитые мячи, чтобы им было приходить приятно, улыбаться, смотреть футбол и радоваться за свою команду. Спасибо. Поэтому мы их всех приглашаем на футбол. Спасибо, удачи. Спасибо.